Всем привет! В сегодняшнем обзоре я расскажу о NVMe M2 накопителе TrueShell P5, емкость которого составляет 250 ГБ. Поставляется устройство в небольшой картонной коробке, внутри которой находится пластиковый блистер, краткое руководство по эксплуатации со ссылкой на официальный сайт, имеется русский язык. Сам накопитель находится в пластиковом блистере, который, по идее, отлично защищает устройство от повреждений и от попадания влаги. Устройство имеет классический внешний вид, чип памяти и контроллер, прикрытые бумажной наклейкой. Также на корпусе расположены температурные датчики, считывающие показания чипов памяти из контроллера. Используется односторонняя компоновка, а также чипы памяти собственного производства Micron. Установка накопителя никаких сложностей не вызывает, однако рекомендуется позаботиться о дополнительном охлаждении. При высокой нагрузке бумажная наклейка вряд ли сможет в достаточной мере отводить избытки тепла. А сейчас давайте посмотрим на результаты тестирования устройства. Популярный тест Crystal Dismark лишь подтверждает заявленные производителем технические характеристики. Скорость чтения 3400 МБ в секунду, скорость записи 1400 МБ в секунду. Приложение AIDA демонстрирует более низкие результаты, но в целом они также хороши. При последовательной записи первые 80 ГБ поддерживались на скорости 1576 МБ в секунду. Затем скорость начала падать и колебалась на уровне 200-210 МБ в секунду. При копировании на накопитель файла объемом 4,5 ГБ темп записи находился на уровне 1,7-2 ГБ в секунду, что достаточно неплохо. Полученные результаты тестирования позволяют говорить о том, что устройство обладает честными техническими характеристиками. При этом мы видим, что скоростные характеристики накопителей формата M2 не просто выше, чем у накопителей HDD, они значительно выше, чем у накопителей SSD формата SATA 3. Никаких сомнений в том, что накопитель TrueShell P5 займет свое достойное место в линейке накопителей SSD NVMe M2 не возникает. При этом я бы рекомендовал произвести небольшую кастомизацию. А точнее, установка дополнительного радиатора охлаждения. Благо, современные материнские платы имеют интегрированные радиаторы охлаждения для накопителей M2. Ну, если его нет, можно воспользоваться другим вариантом. Подобное решение позволит устройству лучше справляться с отводом тепла и, как следствие, немного улучшить стабильность скоростных характеристик устройства. В целом, накопитель TrueShell P5 имеет отличные скоростные характеристики и, безусловно, заслуживает вашего внимания. На этом все. Всем пока.